Привет, с вами я, Рита, и сегодня мы с вами будем ухаживать за вот этой рысью. Это новый питомец в Adopt Me. Как все знают, уже новое обновление, так что я за ним буду ухаживать. Пошлите. Вот. Вот. Идем. И сейчас я пособираю пряники. Будут здесь пряники. Давайте с рысью пособерем прянички. Вот. Пряники. Так. Вот. Девочка, не вкусно. Вот. Пособираемся. Потом мы будем кушать. Я врезала спидбуна. Я не хочу тебя обманывать, он будет говорить. Вот. Прости, пингвин. Не хотела сказать. Вот. Все, здесь. Ой. Ой, пингвин. Давай. Я врезалась. Так. Давайте быстро полезем, пока что он поехал. Вот. Я помню, одну девочку приотели, я его выпила, и потом я очень, знаете, прыгала. Вот такой. Так, как лягушка. Вот теперь собираем здесь 10 много пряников. Вообще здесь всего пряников 160 пряников. Так что нам не собирается. Ой, да, я вижу себе. Вот, знаете, эти пингвины специально здесь ездят. Чтобы мы не собирали пряники. Вот. И вот тут мне очень быстро пряники собирать. Потому что здесь, наверное, нету пингвина. Вот. Все. Бунная рысь. Все, давайте. О, новые пряники. Все, давайте я их опять насобираю. Так, да, сейчас давайте я. Возьму мои предыдущики. Ой, предыдущики. Все. Едем. Опять собираю пряники. Класс. Вот. Моя рысь не догоняет. Ой. Осторожно. Так, ой. Всё, теперь едем сюда. Сейчас пособираем все пряники, и моя рысь захотела есть, купаться и пить. Вот, ну сейчас мы быстренько все пособираем. Вот. Вот. А, пингвин. И теперь нам надо в школу. Ой, блин, опять. Резать этот пингвин. Кто вы, пингвина? Пингвин сказал. Вот, ой. Пингвин, надо осторожнее быть. Все, едем сюда! Пингвин, откуда ты взялся? Так. Ладно, пока, пингвин. Мне кажется, здесь очень маленькое озеро, и здесь очень много мостов. И из-за этого тесно, мне кажется, на этом озере. Все, мы все пряники пособирали. Мне так кажется. Все, теперь давайте поехали их забирать. Вот. Я хочу потом купить овцы и бык. Это тоже новый питомец. Ну что-то много мало. Ой, много мало. Мало собрала. 147 надо, чтобы было 160. О, давайте у этой девочки спросим. Вот. Она улетела вверх. Она, мне кажется, не даст. Вот одна девочка мне дала Red Panda. Прикиньте. Да, она мне не дала. Вот так. Не девочка что-то. Райт. Звезду. О, Райт пингвину. Ребята, она мне два. Райт, ты
А нет, я уже обрадовалась. Реально. Так. Мне постоянно приходят такие письма. Давайте посмотрим, что здесь. А, здесь дом. Типа делают вечеринка. Ну, здесь раз, два, три, четыре с половиной звезд. Я раз заходила, мне не нравилось, как обустраивали некоторые дома. Вот почему-то. Очень простенько, мне так кажется. Давайте, моя рысь попьет. Вот так вот там она мило пьет. Я ей бантик вот такой нацепила. Миленький, скажите, милочка, милашка. Вот. Теперь она голодная. Все, она поела. Вот так вот она смотрится на вот такой вот обложке. Это редкая рысь. Вот, вот так вот она выглядит мило. Вот. Все, пошлите. Потом, ребята, я сниму видео, как я делаю их неоновыми рысь. Это очень интересно, если сделать рысь неоновую, как она будет вообще выглядеть. Вот. И потом я буду делать пандочек, конечно же, вот этих вот Red Panda неоновые и вот эти вот Shiba Inu. Вот так вот они как-то называются странно. Вот. Райт. Кстати, эта сова тоже есть. Вот, видите? Это легендарная такая вот сова. Она тоже продается за 10 тысяч пряников. Вот я, честно, я не знаю, я не могу так насобирать 10 тысяч пряников, потому что я сразу их потрачу на что-то, ну, не на сову. Вот. Вот. Вот, есть такая пандочка. Давайте у этой девочки спросим. Торговля. У меня таких два единорога, и вот осталось еще два. И я их сделаю неоновыми. Вот. Нет-ка. Вот. Пошлите погуляем. Вот, посмотрим здесь все. Мне осталось совсем чуть-чуть, у меня будет 3500. О, пошлите, я вам покажу новую одежду для питомцев, но там, я не знаю, может она уже, типа, сделана или нет. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Вот, заходим. Ну, ребята, еще осталось совсем чуть-чуть. Вот. И новые элементы будут. Это как бы тоже новые, но... А. Вот. Вот такие босоножки у меня есть. Такая шапочка есть. Такая есть. И из этих тоже все есть. Я здесь тоже все понакупила. Ох, видите. Будем ждать. Новые элементы скоро будут. Скоро. Совсем чуть-чуть осталось. Вот. Вот, мне за вот эту вот рысь дарят очень, знаете, таких дорогих питомцев. Вот, за вот эту рысь. Один раз я купила такую рысь, и мне подарили Red Panda. Прикиньте, Red Panda. И такого вроде, у меня теперь два их, да, у меня один. Просто, запросто. Мне подарили, подарили. Просто подарить. Давайте этого мальчика спросим, дорогой. У него флай-пингвинчик. Мне кажется, флай-пингвин это... Как-то так. Давайте у этой девочки спросим. Она уже куда-то убежала. Далеко. Давайте сейчас торговля. Спросим у нее. Так. А пока что наша рысь захотела в этот пойти его в лес. Вот девочка отказалась. Все, пошлите в лес. Моя рысь захотела пойти в лес и поспать. Подышать там свежим воздухом. Быстро едем от пингвинов. Я не хочу врезаться.
пришли почти что. Вот. Вот. Вот-вот-вот мы уже пришли. Давайте уже спать. И когда уже будет рассвет утра, мы пойдем, наверное, кормить дракончика. Я не знаю, как его зовут. У него какое-то сложное имя. Вот, я не могу запомнить. Вот. Вот рысь. Редкая. Два единорожка легендарных. Это ультра редко, это тоже ультра, это тоже ультра, это тоже. У меня все ультра редкие, кроме динозавра, рыси и все. У меня все редкие, кроме двух питомцев. Все, мне осталось совсем чуть-чуть, и я уже поухаживала за рысью. Вот, все, можно потом покупать новую, но я хочу потом купить овца быка, как я вам уже говорила. Вот. Вот. Этот снеговик танцует. Кстати, вот такой снеговик продается за 2000. Ну, лучше доложить еще 1000, и можно купить овца быка. Если вы так хотите, вот, что-то другое, но у вас уже нет терпения, вы хотите кого-то уже купить. Мне сейчас, наверное, будут отправлять рейды, потому что все, когда видят эту рысь, у них сразу, видите, возникают вот рысь. Ого, Райт! Она серьезно? А нет, она не серьезно. Она обычного мне дает, но не хочу обычного. Вот эта девочка. Ее зовут Родинаде, да? Или это не она? Вот, Холодомор или Халад. Но гнева. У него имя такое вообще запомнить очень сложно. Все, пошли, я с рызью хожу. Ну, она сейчас исчезнет, конечно. Вот. А нет, она не исчезнет. Вот. Вот так вот, вот надо в эту игру играть. Просто надо, чтобы я отрастаю. И вот это вот я упала. И вот этот дымчик, его запомнить. Главное, что не попасть в этот дым, потому что он вас не морозит. Размораживаем, это бургер у нас, бургер, это мальчик попал, опять размораживаем, все, вот это, курочка, или это, не курочка, не понятно, не курочка, вот, размораживаем, бутерброды, вот. Это завтрак. Я потом вам его покажу. Все, впервые. У нас раньше было время типа 1 минута, а сейчас мы добавили как бы 2 минуты, но мы не успеваем. Сюда берем. Мне кажется, что он отпустил. Он не такая. Это вроде пирог с этими ягодами. Сырок. Сушим его, сушим. У меня уже 1700. Ой, 1700. Опять один большой. 1240. 240. Так.
подожди. 7 секунд. Быстро, быстро. 1 секунда. Все, у меня 780. А, это 200 мне. Все, 3000, мне осталось еще 500. Вот, кстати, вот этот дракончик. Вот. Ну, статища какая. Потом захочу добавку. Вот, все прыгают. Ты мой любимый. Вот, он ест с такой миски громадный. А некоторая девочка вообще просто залетела и смотрит, такая. Ну, что же он там делает? Хочу посмотреть. Вот. Пошлите уже. Вот. Так вот. Давайте посмотрим, пряники есть? Mm-mm. Пряники еще не положили. Почему-то. Так, где моя рысь? Вот моя рысь. Вот, рысь, рысь. Скажите, она милая. Вот, некоторым она не нравится почему-то. Вот. Я не знаю почему, вот. Ну, такая вот, если ей бантик надеть, она будет очень красивая. Красивая, прекрасивая, вот. У нас снег пошел, ну, он идет всегда. Будет всегда. Вот. Так что, ребятки, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!